В настоящее время в Испании идут сразу два сериала с участием одной из самых ярких звезд турецкого экрана Хазал Кая. Я назвала ее Фериха и Запретная любовь. Любопытно, что испанцам больше полюбилась именно Фериха, которая значительно опережает в рейтингах телеканала Нова Запретную любовь и является на сегодняшний день самым популярным турецким сериалом в испанском эфире. Испанские журналисты специально прилетели в Турцию, чтобы взять интервью с актрисой, в котором она рассказала о своей работе и планах на будущее. Хазал призналась, что очень счастлива, что ее сериал «Я назвала ее Фериха» получил такое признание в Испании. Это удивительное чувство, когда история турецкой девушки трогает сердца зрителей во всех уголках земного шара. Хазал надеется, что в ее карьере еще будут роли, которые дадут ей такой же сильный импульс, как актрисе. Ее Нихаль Запретной любви была ребенком, которому не хватало любви, но было много денег. И Хазал нравилось развивать этот образ, в котором было очень много боли и стремления любить. В случае с Ферихой все было намного сложнее. Она была сильной, но запуталась в своей лжи. Она боролась и со своими чувствами, и со своей семьей. На самом деле сюжет Ферихи прост, но глубок, ведь он основан на таком сильном чувстве, как любовь. Поэтому история универсальна. Международный успех сериала имеет одно объяснение. История человеческого конфликта была настоящей и искренней. Это была сложная любовь, потому что персонажи принадлежали к разным мирам. И главный конфликт в их отношениях – это вопрос доверия друг к другу. Самый страшный момент сериала для Хазал – это полет на вертолете. Оказывается, она очень боится высоты, и сесть в вертолет, чтобы снять облет Стамбула, для нее было очень непросто. На вопрос, как актрисе работалось с Чаатаем Улусоем и Берен Саад, Хазал ответила, что они оба очень профессиональны и она очень ценит работу с ними. Главное для нее, когда она принимает решение о том, соглашаться или нет на новый сериал, это характер героини. Хазал пытается прислушаться к образу, понять, сможет ли он совпасть с ее ощущениями. Затем уже начинается выяснение работы режиссера, продюсера и сценариста. На вопрос, не хотела бы она поработать за пределами Турции, Хазал заявила, что да, это ее мечта, и она работает над этим вопросом вместе с ее менеджером. В конце интервью Хазал Кая призналась, что ей очень нравится Испания, она любит путешествовать и бывать в разных уголках. Это невероятная страна, и ей особенно нравятся люди, которые ее населяют. Они так похожи на ее соотечественников, и она всех очень любит.